зараза! Отдохни. Следы свежие. Мыслов только что вышел. Ты Мыслов. Ш-ш-ш. Слышишь? Волки? Хотя нет. Дикие собаки. Да. Они опаснее волков. Я собираюсь на охоту. Где ты нашел нильфгаардцев, которых убил Грифон? А, понял. Вы ведьмак, убийца чудовищ. Это о вас в деревне говорят? Ага. Я вам покажу дорогу, конечно, но собак надо перебить, пока они ни на кого не напали. Поможете? Если вам не жаль тупить об них серебряные мечи, стало быть. Мечей мне не жаль, а вот времени у меня нет, я спешу. Понимаю. Пойдемте тогда, я вас отведу. Ты знаешь что-нибудь об этом Грифоне? Немного. Это зверь не для меня. Зато ты для него в самый раз. Хоть бы поэтому полюбопытствовал бы.
Я по лесу тихо хожу, так что даже грифон не приметит. Это здесь. Один лежал там, у пенька, без головы. Второй висел на ветке, кишки у него свисали аж до... Берегите себя. Я справлюсь. Это не первый грифон, с которым я имею дело. Вероятно, не последний. Хорошо, если так. Будьте здоровы. Земля черная от запекшейся крови. Нильфгаардцы здесь что-то отмечали. Но грифон их прервал. Лагерь? Следы давнишние, они глубже. Солдаты в доспехах, наверное, нильфгаардцы. До грифона, точнее то, что от него осталось. Тело пролежало несколько недель. Он был еще жив, когда грифон его сюда принес. И долго умирал. Кости. Коровьи, собачьи, человеческие. Останки за несколько месяцев. Самка. Личинки в ранах уже вылупились. Значит, она мертва по крайней мере неделю. Выходит, второй грифон – самец. Глубокие колотые раны по всему телу. А на когтях и клюве ни следа крови. Она не защищалась. Должно быть, ее застали врасплох, пока она спала. Края клюва стерты, в подшерстке седые волосы. Ей было лет 10-12. Грифоны находят пару в молодости. Значит, самец примерно того же возраста. Жесткая ось, густое оперение, королевский грифон. Это объясняет, почему самец, которого я встретил, был так агрессивен. Сперва он напал на нильфгаардцев здесь, в лесу, а потом начал рыскать по всей округе. Я сделал все, что мог. Пора возвращаться к Весемиру.
пошла! Мужик, сударь, видимо. Вот только не... Да-да, а этот воин не решит вдруг... Да? Что такое? У меня две новости, хорошая и плохая. Хорошая в том, что капитан Нильфгаардского лагеря знает, где искать Йеннифер. А плохая — мы должны убить для него Грифона. Чего еще он мог попросить взамен у двоих ведьмаков? Ну, рассказывай. Что ты узнал? Грифон бросил логово, так что придется делать приманку. Ну как успехи? Я кое-что разузнал. Это самец. У него было гнездо в лисьем бору. Нильфгаардцы сожгли гнездо, убили самку, разбили яйца. И решили, что дело сделано. Вечно одно и то же. Нет, чтоб сразу послать за профессионалом. Все делают по-своему, а выходит только хуже. Крушину я нашел. В самый раз. Пахнет сильно. Скорее уж смердит. Смотри, какой нежный нашелся. Гнилое мясо, гной, мочевина. Обычные запахи деревни. Помнишь, как мы в Тритогоре на помойке охотились на Ригера? Ты потом полдня в бане отскребался. Забудешь тут. Мы как встретимся, ты это всякий раз вспоминаешь. Ну хорошо, все готово. Дай только знать, и примемся за работу. Больше ждать смысла нет. Пойдем посмотрим, где можно поставить ловушку. Я уже присмотрел одно место. По ту сторону речки есть такие поля и рощица. Места много, и мешаться никто не будет. Значит, там мы увидимся. Речка, золотая Нива, очаровательное место. В самый раз для засады. Я бы другого не выбрал. Ну так как? Ты готов? Начинаем. Ветер сейчас хороший. Разнесет запах приманки на всю округу. Теперь остается только ждать. О, пойдем-ка в тенек между березами. Слушай, а что ты будешь делать, когда мы найдем Йеннифер? У тебя есть какой-нибудь контракт на примете? Нет, я еду в Каэр Морхен. Рановато для зимовки. Да, до снега еще далеко. И это меня беспокоит. Похоже, на востоке Нильфгаард уже перешел Понтер. Значит, они в неделе пути от Каэр Морхена. Если они попадут в долину, прежде чем снег закроет перевалы, надо уничтожить все следы, спрятать наши тропинки. А что до зимовки? Ты приедешь в этом году? Может быть. И, возможно, не один. Слышишь? Он где-то рядом. Пойдем, здороваемся. Погоди. Возьми-ка. Арбалет? Выиграл его в карты, пока тебя дожидался. Вдруг пригодится. Ну вот, пожалуйста. Мне с ребятами читал морали. А сам-то игрок? Ну хватит разговоров. Надо грифоном заниматься.
Сейчас ударит! Неплохо, неплохо. Но еще есть над чем поработать. Например? Удар сверху, из 8-й позиции. Слишком предсказуемый. Но об этом позже. Отнеси башку Грифона черным, а я приготовлю лошадей. Увидимся в корчме. Вперед, плотва! Что это такое, вашу мать? Жито! Ты меня за слепого держишь или за глупого? Зерно с плесенью! Я... не знал. Значит, за глупого. Дьявол, когда же вы научитесь? Военный кодекс. Параграф 2. Раздел 3. За поставку испорченных товаров 15 ударов кнутом. Выполнять! Нет! Нет! Ради богов! Чего? Я выполнил уговор. Теперь твоя очередь. Куда поехала Йеннифер? В Изиму. Значит, все это время она была в одном дне пути отсюда. Мог бы мне об этом сказать? Мог бы. Но тогда ты не убил бы Грифона. Ты мне, я тебе. Стой! Мы еще не закончили разговор. На, возьми вот золото. Чтобы не чувствовал себя в убытке. Ты слышал о бригаде в Риге? Ложь, не считай его. Какие вести из Визимы? Oh!
Йеннифер в Вызиме. У меня есть там пара знакомых, так что... Что-то не так? Посмотри вокруг. Сейчас скандал будет. Это еще кто такие? Патриоты. Седьмую чарку пьют за Тимерию. У них уже кулаки чешутся. Нильфгаардцев я тут не вижу. Они врага найдут. Куплю сейчас провизии и поедем. Геральт, давай не вмешиваться, хоть в этот раз. Что случилось со щитом? Сняла. Может, еще золотое солнце повесишь? Нельзя тут тимирский герб вешать. Они придут и корчму спалят. Так может, правду люди говорят, что ты шлюха нильфгаардская? Я твои слова забуду. Тебе скорбь сердце гложет. Хрен ли ты что понимаешь? Сестру мою повесили. Вытащили на двор перед монастырем, как собаку. Сказали, в Нильфгаарде нет места предрассудкам. Что они гнева Божьего не боятся. А ты не боишься? Если бы Анулька тебе при родах не помогала, дитё бы у тебя в пуповине задохнулось. Что? Не боишься гнева Божьего? Не боишься, сука? Оставь! Вы знаете этот медальон, люди. Знаете, что он означает. Отойдите. Ты цела? Говорят, ведьмаки деток воруют. Правда? Что вам император обещал, выродки? Землицы? Как эльфам в той войне? Убирайтесь все. Мы никуда не пойдем. И вы тоже. Они уже не отступят. Вижу. Ничего, все кончилось. Оставь меня! Не подходи! Лицо-то у него боги! Уходите и не возвращайтесь! Ну вот и все невмешательство. Пойдем. Не мы это начали. Сплошные отговорки. Ты как всегда. Йеннифер? Ну как? Я получила донесение, что в Белом саду появился ведьмак. Я знала, что это ты. Что ты ищешь меня. Я могла бы подождать, пока ты меня найдешь. Но ты же знаешь, я никогда не отличалась терпением. Рада тебя видеть, Геральт. Я бы тебя обняла, только ты весь в крови. Прости, я не надеялся тебя встретить. Сказать по правде, я иначе представлял себе нашу встречу. Как? По крайней мере, без нильфгаардского эскорта. Йеннифер, не пойми меня неправильно, я тоже рад тебя видеть. Но мне кажется, ты должна нам объяснить. Я объясню, но в Вызиме. Седлайте коней. Последние 6 месяцев я провел в седле, я не видел тебя 2 года. Давай не будем торопиться и... К сожалению, это невозможно. Кое-кто ждет тебя, Геральт. Тот, кто ждать не любит. Император Эмгир Вар Эмрейс. Для друзей белое пламя, пляшущее на курганах врагов.
Сомневаюсь, чтобы он считал меня другом. Когда мы виделись в последний раз, он хотел меня убить. А теперь он хочет сделать тебе предложение. Из числа тех, от которых нельзя отказаться? Я не отказалась. Хотя могла бы. Ну хорошо, можно послушать, что он хочет предложить. Император Нильфгарда, сеньор Метины, Эббинга и Гимеры, суверенно Заира и Вековара, наверняка сочтет это за честь. А ты? А я поеду в другую сторону. Сдается мне, что император приглашает только тебя. Кроме того, у меня есть чем заняться. Каэр Морхен, помнишь? Помню. Спасибо за помощь. И до свидания. У тебя конь быстрый? Не жалуюсь, а почему ты спрашиваешь? Я хочу вернуться за крепкие городские стены. Так быстро, как только возможно. Насколько я тебя знаю, сон был неприличный. Только сначала, а потом... Что? После аудиенции.